Есть всегда свое «но». Если вы попадаете в материальный мирок, вы начинаете классно одеваться, общаться с ребятами, проводить как-то время, и все клево. Может быть такое раз в неделю, или раз в месяц, или раз в полгода, что вы просыпаетесь, и вам все это не нравится. Вы все это не хотите, вам не нравится ваша работа, люди окружающие в данный момент, там, период времени вокруг вас, все не нравится, как вы выглядите. Если вы хорошо уже, конечно, адаптировались в социуме, то чаще всего это и происходит, когда вот у вас такой выброс, что ушли в себя и отрицательно стали смотреть на социальный мирок, в котором вы живете, то это происходит не дольше 2 дней. И бывает такой глюк у человека, после чего ушел он в такое вакуумное состояние, посмотрел, что все вот хреново, начинает все рушить, увольняться, отношения разрывать, друзей посылать далеко, одежду выкидывать, рушить мебель в квартире. А на следующий день просыпается, что же я натворил или натворила, берет, восстанавливает все заново, все, что было до этого. И такие моменты бывают.